545 рублей, пожалуйста. И они только недавно направили, и не прошло и 5 дней. Привет, ты на канале «Умное материнство», меня зовут Лара, и это история о том, как я звонила в ФСС, сколько минут и что произошло потом. Мне уже ребенок выплаты требует. От безысходности. В настоящее время все операторы заняты. Оставайтесь на линии, вам ответит первый освободившийся оператор. Как в торговом центре. Работодатели так и не вижу, чтобы нам были направлены. Если они только недавно направили, и не прошло и 5 дней, то фактически, может быть, даже не увидим информацию. Ну, я деньги, получается, не потеряю, правильно? На следующий месяц, нет, если... Нет, вы не потеряете, просто будет двойная оплата уже приходить вам в марте месяце. Да, хорошо. То есть, если они недавно отправили, то к вам пока не дошли, да? Возможно, да, не видим информацию, да. Ну, все, тогда спасибо большое, сейчас им позвоню. Пожалуйста. А, подождите, можете еще подсказать? Знаете, что самое интересное, что пятерочки я передавала все документы в январе, а звонила по выплатам я в феврале. То есть я потом узнала, в пятерочке они передали 9 февраля мои документы. Но все хорошо, я все-таки выплату в феврале получила, спасибо им за это. Так, я звоню пятерочку. Хочу узнать, что же там все-таки со мной случилось. Ваша позиция в очереди 74. Передайте мне это, я сегодня 93. Не буду ждать. Ваша позиция в очереди 73. Так, еще ФСС сняли с меня 500 рублей за то, что я им звонила почти час. Вот, заходим в мой МТС, пожалуйста, сейчас я вам покажу. Борис Гребцов, потому что оформлено на моего папу. Так, вот сюда, смотрите, внимание, вот сюда, смотрите, оп. Оп, видите, что это международные, 545 рублей, пожалуйста. Вот они все номера, то, что я звонила ФСС. Просто я в шоке. За что? Это что, на аквадискотеку? Это сейчас очень актуально, да? Круто, да? Я просто звонила узнать, что у меня с выплатами, а у меня снялось 545 рублей. Супер, круто. Только, пожалуйста, будьте внимательны, не как я, ведь у меня с него очень много денег, я не знала об этом, меня не предупредили, поэтому я предупреждаю вас, если вы будете звонить в другой регион, у вас снимут деньги. Почему? Непонятно. Если это считается как бы государственное, это из серии соцзащиты, я считаю, что по всей России должен быть звонок бесплатный, но, видимо, кто-то собирает денежки на что-то себе, на какой-нибудь, наверное, там закрытый дом.